субботним утром собрались в парке Кашкадан, чтобы такой сделать импровизированный забег небольшой в поддержку благотворительного забега Wings for Life. То есть суть этого забега, который пройдет 3 мая по всему миру, в том, чтобы собрать деньги на исследования в области травм позвоночника. И там очень интересный формат. Там люди одновременно все стартуют во всех точках мира одновременно. По времени имеется в виду географическому. Через полчаса за ними выезжает автомобиль. Постепенно он набирает скорость, и каждого, кого он догнал, считается сошедшим. И максимально люди убегали на 78 км. Сегодня мы сделали похожий вариант здесь, только мы убегали от велосипеда. И он стартовал через 5 минут. А, я сошла с дистанции, потому что меня догнал наглый велосипедист, который выезжает за нами и со временем набирает скорость. И когда он тебя догоняет, нужно сходить с дистанции. Очень интересный забег, нестандартный, в отличие от обычных. Ой, очень весело. Всегда люблю побегать. Побольше таких мероприятий хотелось бы. Сплочает, прививает спортивный характер, спортивную молодежь подтягивать. Я бегаю, чтобы похудеть. У всех разные цели. Бег хорошо стимулирует нервную систему, хорошо, в общем, на состояние здоровья влияет человека. Меня догнали через 9,3 километра и 36 минут. И вот один у нас сегодня присутствовал на мероприятии чемпион Европы Бабиков Антон. Он еще бежит, и его велосипед догнать не может. 11800! Молодец! Я занимаюсь биатлоном и много лет. Вот, и здесь я участвовал в прекрасном забеге. Мы убегали от велосипедиста сегодня. Вот, велосипедист ехал с приличной скоростью, дал нам небольшую фору. И все ребята, кто пришел, большие молодцы. Нас было человек 30, может 40. Это очень интересная гонка. Бежать и видеть, как тебя догоняют. И это придает стимул. Пытаешься убежать от него как можно дальше. Кого он последнего обогнал, тот и выигрывает. У меня получилось это сделать. Как бы мы отлично пробежались, получили массу эмоций с друзьями. Я считаю, что такими вот небольшими шажками придает популяризацию бегу и здоровому образу жизни в нашем городе, в нашей стране.